Чертово колесо не запустилось. Сегодня должен был состояться пробный запуск нового аттракциона. Причем представителям СМИ даже обещали, что они сделают круг на колесе обозрения. Наша съемочная группа пробыла в кабинке около часа, но прокатиться так и не удалось. Аттракцион не запустился. Хотя представитель компании-изготовителя уверял, что это колесо обозрения безупречнее даже самого большого в стране, что находится на ВВЦ. Но после инцидента все же признал, что некоторые трудности на старте все же бывают. Главная причина заминки – переключение аттракциона от резервного генератора к основному источнику питания. Пусконаладочные работы, несколько бригад работают, поэтому неполадки такие мелкие возможно, скажем так, и временно. Потому что вот сейчас, ну, сегодня колесо встанет на обкатку на всю ночь. Вот, и, соответственно, будет крутиться. То есть там уже сейчас все вопросы решили, вот, которые были. Вот, то есть это именно такие мелкие огрехи, связанные с пусконаладкой. И все же официальное открытие колеса обозрения пока не перенесли. Оно по-прежнему должно состояться в субботу, в час дня. Рабочие гарантируют, что доводку аттракциона закончат в срок и запустят его без проблем. Кроме того, площадку вокруг колеса обозрения после большегрузной техники приведут в порядок. А полным благоустройством ответственная за аттракцион компания займется весной. За его работой будет следить персонал в количестве 20 человек. Помогать контролировать безопасность аттракциона будут камеры видеонаблюдения и датчики движения. Один круг на чертовом колесе занимает 12 минут, а цена за билет будет около 200 рублей. Производитель уверяет, с верхней точки колеса обозрения можно будет увидеть 70% Владимира. Высота колеса 50 метров, и оно одно из самых высоких в России.